Монолог распотрошенной куколки. Привет, Джек-потрошитель. Как там поживают мои внутренности, которых ты лишил меня? Любуешься моим желудком, печенью, сердцем? Хранишь полный холодильник моих кишок? Надеялся на мою смерть, думая в легкую, без разговора, встречи и присутствия присвоить меня? И тайное обладание моим нутром уравновесить любви и дружбе в 4D? Странный, необычный подход у тебя. Как курочку взрезал вдоль позвоночника, чтобы изъять. Живот же и грудки оставил неповрежденными, чтобы любоваться, наверное. Впрочем, мне не понять ход твоих мыслей и не восстановить. Придется, наверное, обратиться к опытному магу-кукольнику, чтобы наполнил мое нутро гранулами безусловной любви, принятия и починил. Возвратил целостность мне, завершил меня и отправил в дальнейший путь по жизненным и иллюзорным мирам. Монолог распотрошенной куколки. Привет, Джек-потрошитель.